Разумеется, я замечаю такую тенденцию. Мне кажется, она идет касательно всех категорий продуктов и не продуктов, любых других товаров. Цены растут, но конкретно ничего сказать не могу. Вроде идешь с 1000, и бывает, что не хватает. Да, конечно, повышение цен есть. Не маленькие, на молочные, на овощи, на колбасу, на мясо, на все подняли цены. Я продукты не покупаю. Ну и шаурму, там, шаверму. Вроде бы как было, так и есть. Я не слежу за ценами, но с карточки денежки быстрее уходят. Ну, если честно, я так особо нет, не замечала особых цен повышения. Ну, конечно, инфляция, она есть в стране. Всегда. Но от такого прям скачков нет, не замечал. Замечал. А на какие, не знаю, просто идешь в магазин, человек все больше и больше.